конкурс композиций в биотопном стиле. Один из участников, которого я не мог обойти стороной, многим из вас уже знаком. Это Михаил Непорожнев, видеоблогер, популярность которого с каждым днем набирает обороты. За его оформлением наблюдало множество людей, так как в этот момент на конференции был перерыв. Но Михаил не отвлекался и создавал красоту. Перебирал камни и коряги от компании Декатоп, менял их местами и иногда отходил от лотка, чтобы оценить свою работу. На первый взгляд может показаться, что закинуть камни в аквариум несложно, но цель, которая стоит перед оформителем, заключается в том, чтобы эти самые камни смотрелись красиво. Более того, биотопный стиль многим аквариумистам в новинку. Все коряжки и камни не только должны смотреться красиво, но и естественно, то есть так, как будто не аквариумист приложил свою руку к созданию композиции, а сама матушка природа. Свою композицию Михаил назвал «Ностальгия по Борнео». Возможно, его оформление вдохновит вас на создание чего-то подобного. И именно поэтому я выкладываю эти видео.
придумал, как композицию назовешь? Нет еще? Нет еще, да я даже думал. А как меня назовешь? В поисках Немо. Спасибо компании Декатоп за данный конкурс. Желаю удачи и творческого вдохновения каждому участнику этого конкурса и организаторам данного мероприятия. Под этим видео я оставлю ссылку на канал Михаила и на сайт Декатоп. Обязательно напишите в комментариях, понравилось вам это видео или нет. Для меня это важно, ведь будущие видео я формирую под ваши интересы. Заранее спасибо.